Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Своим чередом». Жизнь идет своим чередом, ко мне задом, к остальным передом. Рассвет проходит, и опять барьеры преодолевать. А кому-то хотелось, так нет. Масло мажется прямо на хлеб. Так появился на свет бутерброд. Осталось лишь положить его в рот. На готовеньком не живу, и спокойным я не слыву. Не упало средь бела дня счастье с облака на меня. В связи с этим завтра опять на рассвете нужно вставать. Запрягаю с утра коня, такова судьба у меня. Ну что ж, ничего нельзя поделать. Пойду завтра с утра снова запрягать коня. Счастливо, удачи, может, встретимся где-то.